Сегодня Владимир Путин провел встречу с новыми полпредами и губернаторами. На нее был приглашен и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Люди связывают с вами свои надежды, ожидания на изменение жизни к лучшему, на решение вопросов, которые стоят перед страной, в целом перед регионами, которые вы будете возглавлять. Вы все люди опытные, кто-то уже в течение длительного времени работал в качестве руководителя регионов. Кто-то начинает, но тем не менее, граждане, когда голосовали за вас, исходили из того, что считают вас яркими, настоящими лидерами, которые способны собрать работоспособные команды, возглавить их и решать задачи, необходимые для развития регионов. За полгода моей работы в Тульской области мы действительно сделали определенные положительные, позитивные вещи. В первую очередь мы сделали акцент на создание социально-экономической программы развития региона с определенными акцентами, которые направили в первую очередь на самые важные цели и задачи. В чем изюминка самой программы? Мы делали это не в кабинетах чиновников, не с экспертами. В первую очередь мы обратились к жителям нашего региона, взяли общественное мнение. Было много интересных идей, предложений. Жители региона вошли в экспертные группы, приняли активное участие в разработке этой программы. И самые интересные идеи от непосредственно общественности, они вошли в план развития региона на ближайшие 5 лет.